Всем привет! Меня зовут Ирина Богатырева, и мы сейчас с вами вернулись из прошлого. Дело в том, что у меня в руках необычный варган. Это варган, реплика инструмента из 14 века. Поэтому можно сказать, что мы сейчас слышали, как звучали инструменты в то время. Дело в том, что этот варган сковал известный мастер Дмитрий Бабаев. И это буквально очень точная реконструкция инструмента, найденного в Новгороде Великом не так давно. Он датируется, как я уже сказала, 14 веком, и особенность этой находки в том, что в ней сохранился язычок, что бывает крайне редко, как известно, в археологических инструментах. Очень хорошая сохранность у инструмента, есть язычок, замечательно видно рама, и видно, насколько хорошие были зазоры. Так вот, Дмитрий Бабаев передал полностью геометрию этого инструмента, даже та небольшая асимметрия, которая присутствует в найденном варгане. Причина этой асимметрии причем неизвестна, то есть была ли она такая изначально, так ее сделал мастер, либо это какая-то деформация уже за прошедшее время. Так вот, даже эту деформацию Дмитрий сумел передать. Но, тем не менее, как вы слышали, на звук это совершенно не влияет. То есть звук — это такой качественный, чистый звук, который характерен для инструментов этого мастера. Особая ценность этого варгана в том, что он был изготовлен в течение 2 часов на мастер-классе, который проходил во время фестиваля русского варгана в Новгороде Великом 27 июля этого года. Он открывал выставку «Варганный путь», которая до 30 сентября проходит в Новгородском Кремле, и ее можно посетить. И Дмитрий ковал буквально прилюдно, можно было посмотреть, как он это делает. И причем он использовал инструменты, характерные для того времени. То есть можно сказать, что он повторил не только сам инструмент, но и технологию изготовления. Язычок тоже кованный. И вот если посмотреть, видны следы от ковки. Он кованный и заточенный. Причем это второй язычок. Первый язычок был сломан в процессе изготовления. Дмитрию пришлось изготавливать второй. Но, как я уже сказала, все эти сложности, они только, конечно же, закаляют. Вот. И этот варган был тоже закален не только, значит, в процессе изготовления, но и вот всеми этими трудностями. Поэтому звук у него, как я уже сказала, просто прекрасный. Ну и, конечно, мы представили этот варган сразу на фестивале, участники могли его послушать. Ну и я очень рада, что такой инструмент вот получился, он теперь существует, и можно на него посмотреть, можно на нем поиграть. Обычно в конце своих видео я говорю, что вы можете купить такие варганы в нашем магазине, так вот, вы не можете купить такой варган в нашем магазине, но у нас вы найдете другие инструменты этого мастера. Ценность же этого варгана в том, что, как я абсолютно уверена, любые реконструкции позволяют нам понять суть варгана, понять, как звучали средневековые инструменты, и таким образом приближают нас к пониманию, что такое вообще был варган на Руси в то время, ну и, соответственно, на что мы можем ориентироваться в наших уже каких-то творческих поисках относительно этого инструмента. Играйте на варгане, посетите нашу выставку, у кого есть такая возможность. Путь варгана ждет вас. Всем пока!